из самых именитых джазовых музыкантов, с которыми ему приходилось сотрудничать, это Давид Калащёкин, Дэйв Флеминг, Майкл Ричи Байхи, вокалистка Лилия Чугунова и Виктория Андреева, басисты Андрей Тученко, Дмитрий Соломатин и огромное-огромное еще количество музыкантов, всех их не перечесть. В том числе Андрей принимал участие в фестивале «Джазовая провинция» в 2003 году, в фестивале «Джазовые голоса», «Джазовая платформа». И играл также с вокалисткой Тикорой Роджерс, Шеймсом Блейком и, конечно же, Игорем Бутманом. Он постоянно принимает участие в фестивале «Джаз в усадьбе Сандецкого» и регулярно дает концерты в клубе «Козлова» и в клубе «Эссе». «Джаз в фестивале Сандецкого» — супер летний фестиваль в городе Казани. На самом деле в Казани очень хорошие джазовые традиции. Уж мы-то знаем. И одним из проектов Андрея является проект «Дуэт» с Сергеем Баулиным. Сергей закончил Казанскую консерваторию и постоянно сотрудничает с известными джазовыми коллективами. В том числе сейчас он является солистом Большого джазового оркестра Петра Востокова. И также принимает участие в огромном количестве музыкальных джазовых фестивалей. Итак, мы приглашаем на сцену музыкантов. Андрей Руденко и Сергей Павлов. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы впервые в вашем городе играем джаз. Мы очень рады, что у вас так все здорово с джазом. Вот глядя на количество людей в зале, я это отчетливо понимаю. Но все равно еще пока много, да. Мы с Сергеем достаточно давно сотрудничаем. Он, к сожалению, к моему сожалению, к его счастью, он уехал в 2008 году из Казани в Москву. Сейчас там всячески играет со всякими, так сказать, звездными составами. Вот. А вообще мы с ним познакомились в 99 году. И, собственно говоря, в Казани начался дуэт, который продолжался, за вычетом 2 лет, когда я был в Ирландии. 7 лет мы с ним играли дуэтом. И в том числе и на таких фестивалях, как «Джазовая провинция». То есть это Курск, это Казань, и в Москве тоже. В Москве, в Самаре играли, как-то вот было что вспомнить, и я очень рад вот с ним сейчас стоять на этой сцене, и очень рад, что у вас так много, и мы имеем возможность играть эту прекрасную музыку для вас сегодня вечером. Thank you.
А сейчас к нам присоединится замечательный нижегородский ритм. И мы сыграем славную песню про то, как было хорошо в утиные далекие холодные времена. Cold Duck Time.
Шипульский. Великолепные артисты. Андрей Руденко. Сергей Паулин. Дорогие друзья, в заключение, последняя культийная пьеса. На сцену выйдут практически все, кто остался. На самом деле, мы нас тоже покинули. Но прежде всего, я бы хотел сделать маленький анонс. После почти годичного перерыва из пепла возрождается джазовый клуб «Джен Престиж», который поменял свое место, и теперь он будет располагаться в помещении гостиницы АК. 16 числа открытие, 17 приезжает Манукян. Добро пожаловать! А сейчас культурное произведение. Ah,
последнее произведение в нашем фестивале. Спасибо, спасибо, что вы ходите на наши концерты, спасибо, что вы любите джаз. Добро пожаловать на все наши следующие мероприятия. А сейчас еще раз хотел бы представить наших артистов. Вячеслав Золотовский, Андрей Руденко, Юлия Сидоренко, Михаил Жураков, Сергей Паулин. Остальных назовет Анна. А если я не буду? Виталий Эпов. Алексей Кузнецов. Анна Лапшина. Дарья Захарова. Алексей Симонов, Петробас. Спасибо, друзья, спасибо за ваши аплодисменты, спасибо за вашу любовь к джазу. Всего доброго, до свидания.